Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного кабинета Facebook в Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Facebook. Теперь необходимо указать действие. Загрузить лиды. На этом этапе вам необходимо подключить рекламный кабинет Facebook к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе нам необходимо выбрать рекламную страницу, из которой мы будем выгружать данные по формам лидогенерации. Теперь необходимо указать, из каких форм лидогенерации вы хотите выгружать данные. Если вы хотите выгружать данные из всех форм, которые у вас настроены, выбираете пункт «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите выбрать формы вручную, выбираем пункт «Нет, настроить формы индивидуально». Теперь необходимо отметить галочками формы, из которых вы будете выгружать данные. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные по одному из лидов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных Telegram. В качестве системы выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие. Отправить сообщение. Теперь необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Для начала необходимо найти и запустить бот Apex Drive. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram-бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответное сообщение от бота, можно продолжить настройку. Когда подключенный Telegram отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Telegram при появлении новых лидов по формам лидогенерации. Вы можете прописывать данные вручную, а также выбирать их из выпадающего списка. Когда сообщение составлено, кликните «Продолжить» для того, чтобы увидеть результат. На этом этапе вы видите пример сообщения, который будет отправляться в Telegram при каждом новом лиде. Вместо переменных будут подставляться текущие значения данных по лиду. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram».
таком виде вы будете получать остальные сообщения о новых лидах из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и измените внешний вид сообщения. Если все хорошо, кликаем «Далее». На этом настройка приема данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!